Как А они ты кем начинают? играешь? Красивый? А у тебя откуда такой скин? А это его второй стиль белый. Я сам не знал. А почему я тебя не вижу? Я не видим? Я тебя не вижу. Придурок, тихо. Подожди, как А они ты кем начинают? играешь? Красивый? А у тебя откуда такой скин? А это его второй стиль белый. Я сам не знал. А почему я тебя не вижу? Я не видим? Я тебя не вижу. Придурок, тихо. Вперед! Всем привет! Всем привет! Так. У не нас понял. Опять битрейт что-то придумал, что-то красивая, построил. какая Мы будем картина. опять проходить его. Смотри, какая картина красивая. Красивая. Битрейт. Что ты там приготовил? Рассказывай давай. Сегодня я приготовил для вас длинный коридор смерти. Пройдите все мои ловушки, и вы молодец. Как всегда, коротко и бессмысленно. Ну, пойдем в коридор. Пойдем. Первый уровень. Дамы вперед, я боюсь. Первый уровень. И что дальше? Ну, за дверью, скорее всего, первый уровень. Я ага, тут эти, я увижу. Я тоже, давай, ты первый. Это мы умеем, ребят. Это нельзя. А, что тут все? А, все. Ага, сверху они. Опа, красавчик. Давай я второй раскрою. Ага. Пошли. Ага. Опа. Опа. Надо а мы успеть. Тут... Ого. Нам надо Опа. Опа. Прошла, иди вперед. Пройди. Прошла. Фух. Этот гаденыш даже не поставил сохранение, чтобы мы каждый уровень проходили с первой попытки. Не, вот тут есть. Это, наверное, там уже второй уровень, я думаю. Наверное. Я подсмотрел, как он делает. Опачки! Да, а было? Ты сохранилась? Да. Последнее мне надо помочь, я считаю. Я вот эти ваши колючки вообще же ненавижу. А, тут ничего нет? Зачем сейчас? Просто? Я хотела тебе помочь там. Бедры! Успокойся, ты пройдёшь. Я легко, мне все хорошо. Какой это цвет? Не цвет. Смотри, какой цвет. Можно я сейчас штыки прохожу? А, прости. Зачем? Ну, по сути, вкусно, но и по вкусу так. Так, второй уровень, значит, тут у нас лед и бомбежка. Я за тобой. Должно быть несложно, я надеюсь. Ой, какой-то это короткий уровень получился. О, офигеть. Так она не взрывалась. Так, тут что? А, тут надо выбрать. Блядь. А что тут надо выбирать? Заперто. Тут. Заперто. Тут. Да знаю. О, я оседлал. Пусть они отвлекают. Закроем. Заперто. Я закрыл. Заперто. Фух, все. Закрой. Фух. Опа. Я четвертый красный. Уровень. Мотоциклы. Поехали. А у меня не... А, фух. Ой, как раз как ты любишь. Мотоциклы и бордюры. Блин. Я вообще не мотоциклист, девочки. А мотоцикл бордюры не может? Ах ты, зараза, хотелось читернуть я. Ой, где он далеко? У меня разворачивается вообще на ижостике, это невозможно заднюю сдавать. Я вообще не понимаю, как на мотоцикле ездить. А поставить его в гараж. О, гараж надо поставить? Девочки, ну все, я в гараж. Идеально рядышком. Идеально. Так, о, бур. Пойдем. Так, свет поможет вам. Свет поможет вам. Что это значит? А как тебя там? Спасти нужно тебе? Нет, смотри, он как будто пальцами показывает. Свет поможет вам. Есть что-то? Свет. Что там? А, секрет.
Я не могу нажать. То есть смотри, ключ получила, да? Нет. В инвентаре нет ключа? Нет. Когда патроны нажимаешь, где есть? 37 ключей. Я 37 раз нажала, 38, прикинь. Можешь, пожалуйста, я это обрежу, выкинуть, один оставить? Возьми, не такая разница. Всё, пошли вторую комнату. Это мы разгадали, Джонс, это было легко. Так, тут написано ключ в палатке. Ключ в палатке. А, обыскать. Ничего нет. У меня тоже пусто. А как в ту попасть? О, все, я нашел. Я тоже, наверное, попала. Нет, у меня только один ключ. Ого. Нужен вам ключ в каком-то сундуке. А один можно открыть или все? Наверное, все. О, они понедельник открываются. Уголь. Че, уголь? Уголь. Ой, я ничего не взял уголь, но я думаю, что это не читерство. Да что ж такое? А, ну вот последний сундук, прикинь. Последний сундук? Чит. Так, три ключа. Я один доклад. А, все, ты отдала? Погнали. Нет, у меня два ключа здесь. Странно. Шестой уровень. Но он открылся. Очень странно. Так, тут какой-то... Паркур. Небесный паркур. Ух, ё-моё. А куда прыгать-то тут? Откуда я знаю? Оф-фу! Оф-фу! Я упал. Я тоже упал. А как туда добавить? Это вообще ни хрена не видно. Но очень красиво, это прям... Может, офигеть. Вот, да, зацепилась тут. Что? А ты где? Я внизу. С камня, с маленького камня можно на большой зацепиться. Я знаю, что можно. Как? Как? Прям на краешек маленького. Вот туда прыгай. И второй прыжок. Ага, фух. Их просто очень плохо видно. Ой, ты мне помешал, мне кажется. Прости, пожалуйста. Опа, зацепился. На вот этот надо запрыгнуть. Погнали. А как? Как ты туда залетела? Опа. Ох! Так, ну твоя это, значит моя это. Иди вперед. Ты... Я не могу повернуть. Бля. Ага. Че так сложно? Ёбаная какашка. Зачем ты меня развернула? Это лабиринт? Ой, сейчас. Это, наверное... Вниз? А почему стрелочка показывает? Куда? Иди вперед. Ни хрена не понимаю. Я же... Куда? Ты же Коля? Девочки? Фух. А мне что делать? Че, в смысле? Помогите. Можешь толкнуть? Ну мы за продуктами едем. Ой, можно я к тебе сяду? Нет, бери свою. У меня застряла. Не застряла. Сядь в нее. Никак не хочет. Ну ладно, садись. Ура, я продукт, я ребеночек. Так, вперед. Надо было сразу так продумать. Надо было продукты сбоку сделать. Битрей, в следующий раз сделай гонку на тележках, чтобы я сидела, она ехала. Ой, аккуратнее, не дрова, между прочим. Ток вон, это что такое? А что звук это был? Ты не урони меня, я дорогие продукты. О, у тебя что там? Ага, застряла. Ты сможешь? Ты вылези. Поехали. Ну так будем предлагать. Смотри, нужно повернуть и не ударяться. Повернуть вперед чуть-чуть и назад. Можно я вырулю? А, наверное, я не вырулю. Ладно, я уже говорю, так и будем понимать. А тут можно эмоции делать? Я пока сфоткаюсь. Я с мамой в магазине. Ой, мне все подружки написали, что у меня очень молодая мама. Лайк ставит.
О, хоть задом. Вот это очень реалистично было. Мать задом ребенка, а он в телефоне сидит. А что ты с меня перестал ехать? Я думаю, на перемотку поставлю. Мне кажется, это часа три будет. Чат, чат, чат. Блин, вот это надо на прививку. Только, пожалуйста, аккуратней. Хватит в телефоне быть. Помоги матери. Опа, Иришка продала. Она не мешает. Чем ты опять это сделала? Может, ты помешал? Ну, ты настоящий ребенок. Где трон? О, блин. Да, блин, да почему опять? Ну, надо аккуратней. Да не в том. Так, мам, смотри, сейчас мы, значит, сначала за игрушками идем. Так, подожди, а где игрушки? А мы где? А почему мы на высотке так какой-то? Я тебя сейчас брошу. Вкусная. Стоит. Можем пересаживаться. Теперь я тебя качу. Можно я тебя теперь качу? Нет. Ва-ва-ва. Нет. Я мать. Но я хотела тебя скинуть. Садись. Слава богу, я поем пока. А мы не умрем? Ну, мам, не тряси так. Ты не пытаешь, доченька. А ты, нет. Сейчас я пытаюсь ровно. Я ровно, я ровно, я ровно. Фух. Тихо. Ага. Я понятия не имею, что там впереди. Посмотри, пожалуйста. Прыгай. Так. Так и надо было, да? Уровень 8. Самолетики. А, что? Ну, мам, я еще хочу покататься. Тележка была жесткая, ребят. О, посмотри, какой у меня. А у тебя всегда, кстати, он такой. А как? Как взлететь? А у меня что-то вообще жатает. А, это выстрелы. А, ну ты можешь еще раз ехать. Есть! Первую взял! Могу теперь завести? Походу ты меня вести будешь. Чего? Я не могу. Вот я так же застряла. А ты меня не сможешь подобрать? Коль, вылези и заново заведи его. Только что ж мне показывал. Так он стоит не на колесах. Он не может ехать, потому что не стоит на колесах. Ну, я думаю, что я уже на финиш. Вот это Саша выручалочка. А ты уже все собрала? Да. За, блин, вертолет убогий просто. Мне так сложно управлять. Это вертолет пандочки розовый. Это, наверное, самолет. А. Бля, здесь надо было остановиться, нет. Есть. Надо. Надо потом фотошопить, как будто бы я с первого раза все пролетел. Ребят, ну самое сложное было это вернуться из здания. Тут я все на изях прохожу просто. Реально? Реально? Фух. Я пошла в финиш. Ура, финиш! Всем спасибо за просмотр. Всем. Лайки, комментарии ставьте. Подписочку там, вот это все.